Всем большой привет, девчонки и мальчишки. Итак, в сегодняшнем видео я хочу вам показать свои покупки, сделанные в Америке. У меня недавно подружка летала в Америку, я ей сделала небольшой заказ, и она мне кое-что привезла интересненькое. Итак, если вам интересно посмотреть, то оставайтесь вместе со мной. Прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что за окном у нас происходит вообще что-то ужасное, то ли дождь, то ли что-то идет непонятное. Поэтому, если вдруг будут какие-то посторонние звуки, будет что-то биться о подоконник, то сори. Итак, первое, что я хочу вам сегодня показать, это вот такие вот красивенные румяшки от Too Faced. Я давно на них смотрела, у них, по-моему, три разных оттенка есть. Вот такая вот коробочка в виде сердечка, это упаковка, она вот так вот открывается. И тут мы видим румяна, которые в виде сердечка. Достаточно много продукта, сразу хочу сказать, и удобно набирать кистью из вот этой вот коробочки. Вот. Сердечко разделено на три такие вот части, три разные полосочки с немножко различающимися оттенками. Сразу хочу сказать, что я выбрала именно вот такие вот. Это называется, кстати, Candy Glow. Вот этот ярко-ярко-розовый, он действительно очень розовый и хорошо смотрится. Вообще я взяла именно этот оттенок, эти оттенки, потому что скоро зима, и в холодное время года, даже вот сейчас вот будет уже такая холодная осень, такие холодные оттенки будут на мне очень хорошо смотреться. Будет такой красивый, естественный румянец, при этом румяшки сами по себе не матовые, поэтому будет еще не такое небольшое сияние. Следующая вещь, это уже нашумевшая на YouTube, это Urban Decay Naked Flashed. Вот такой вот наборчик, конечно, я тоже себе его взяла. У меня это, кстати, в оттенке Native. Во-первых, здесь очень большое зеркальце, оно достаточно большое и можно спокойно краситься. Вот далее мы видим у нас бронзер, хайлайтер и румяна. Румяна очень яркие, тоже такие розовые, холодный подтон. Кто-то скажет, что мне не подойдет, но на самом деле на мне они очень красиво смотрятся. Главное не переборщить, не быть как матрешка. По поводу бронзера, тут я не то чтобы расстроилась, но я особо ничего от него не ожидала. Он, конечно, немножко рыжит и отдает ржаной, поэтому белокожим девочкам это не подойдет. Хайлайтер меня очень порадовал, очень-очень нравится. Давайте я вам сделаю такие небольшие сводчики. Очень хорошо все пигментировано. Мне очень понравился этот набор. Я всем-всем могу рекомендовать. Буду с большим-большим удовольствием пользоваться. И также я на пробу решила попросить у нее, чтобы она мне купила уход от Origins, потому что очень-очень много различных отзывов. Я уже наслышана на YouTube и от своей подружки. Очень много всего положительного. И поэтому я решила, что пора уже. Все-таки, Ира, пора попробовать. Вот, и я взяла, значит, первое, я взяла себе, во-первых, скажу сразу, что я взяла из разных серий продукты, решила просто все попробовать. Первое, что я взяла, это вот такую вот умывалку Zero Oil. Это умывалка специально для жирной комбинированной кожи, склонной к различным высыпаниям, недостаткам и так далее. Она идет с мятой и, по-моему, карликовой пальмой. Сразу хочу сказать, что косметика Origins или Origins, я не знаю, как правильно пойдет ударение, если вы знаете, то напишите мне внизу в комментарии, она не содержит парабены, силиконы, минеральные масла и так далее, и тому, в общем-то, подобное. Не тестируется на животных, если кого-то это очень сильно интересует. Вот. Хочу сказать, что это очень интересная умывалка. Она действительно очень клевая. В ней заявлен такой эффект, сужающий поры на Т-зоне, допустим. Пока она мне нравится, воспользовалась несколько раз. Я думаю, что я побольше еще попользуюсь и скажу вам точно свое мнение. Но пока что я от нее в восторге. Мне она очень-очень нравится. Так, далее. Второй продукт, который мне рекомендовала уже так как раз-таки моя подруга, это вот такая вот маска. Это Drink Up Intensive Overnight Mask. Это ночная маска интенсивного питания кожи. Ее нужно наносить на все лицо на ночь, удалять остатки, буквально там через несколько минут остатки какие-то лишние, и спокойно ложитесь, и на утро ваша кожа должна быть просто идеальная, очень напитанная и очень-очень классная. Что я хочу сказать, первое время, когда вы начинаете ей пользоваться, вы не понимаете даже, какие вам нужно снять остатки, потому что она просто моментально, ваша кожа впитывает всю-всю эту маску. На утро, конечно, кожа очень-очень классная, очень напитанная. Такого со мной давно уже не было. Я в восторге. И третий продукт, это у меня вот такой вот крем. Это A Perfect World SPF 25. Это антивозрастной крем с белым чаем. Я хочу сказать, что упаковка, конечно, меня тоже очень-очень радует. Вот такая вот баночка достаточно приятного зеленого оттенка. И, конечно, внутри крем, который имеет превосходный запах. Я думаю, ни одна девушка не останется равнодушна к этому запаху.
Он очень свежий и безумно-безумно приятный. А консистенция такой, наверное, ну, как сметана, скорее всего. Это дневной крем. На него очень хорошо ложится любая основа. Макияж хорошо держится. Не могу сказать, что как-то сильнее жирнится лицо. Нет, это антивозрастной крем с SPF 25, что уже радует. Также в нем содержатся антиоксиданты. Этот крем я как раз купила на холодное время года, чтобы он очень хорошо увлажнял и задерживал влагу в коже. Пока что я довольна всеми этими продуктами. Чуть попозже, наверное, через несколько недель я вам расскажу об уходе от Origins. У меня тогда сформируется уже окончательное мнение. И, наверное, я вам сделаю отдельное ревью, потому что все-таки эта косметика заслуживает этого. Я надеюсь, что вам сегодняшнее видео мое понравилось. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Оставляйте ваши комментарии. Если вы чем-то пользовались, у вас есть какое-то свое мнение, то мне будет очень приятно это узнать. Ну, а на сегодня это все. Мы с вами увидимся очень скоро. Всех люблю, целую, до новых встреч. Пока-пока.